Aysu Uluday Erkemen Nemen Turkaman Kirmelleye Tirlik Tarma Geliyen Yerine Toyuğuzla Tolgumağa Korkaman Törüğüzde Tönmekteyi Bulup Kalganman Terik Sular Taşıp Salgan Sörünmey Tolgan tübek kemik süyelip toyuğuzda kazak neye görünmüyor. Мына койсун на данный момент на таком грунтовом протоколном могильнике, который, к сожалению, разрушается, как видно. Грунт используется местными жителями во время строительства домов. К сожалению, такой памятник великолепный разрушается, и это примерно... Примерно датировка этого памятника, можно сказать, что вторая половина первого тысячелетия нашей эры. Связать этнически с каким-то компонентом его довольно сложно, потому что мы здесь, пока здесь не проведены полноценные научные раскопки, здесь невозможно судить об точной датировке, и эта датировка, которая была, она весьма приблизительна, потому что она является весьма условной, из-за того, что она, из-за того, что эта вещь, предметы здесь большие, как видно, вот лежат, вот видите, все кости вот, людей, керамика. Они находятся на один якунс, но все равно это историческая ценность. Конечно, хотелось бы обратиться к местным жителям, чтобы они прекратили разрушать такой памятник. Еще бы хотелось, обратиться к местным жителям, чтобы они обратили внимание на столь... великолепный памятник не с целью ограбления, а с целью его именно сохранения, чтобы для дальнейших поколений, потому что у нас грунтовых могильников, тем более катакомных в Дагестане, очень мало. И это такой памятник очень великолепен. Великолепен. Надеюсь, в будущем здесь будут проведены какие-то... Будем проводить раскопки. В прошлом году здесь были обнаружены красивый медальон, изображающий оленя, кинжал и интересный стеклянный бокал. Все это свидетельствует о высоком мастерстве местных жителей. Либо если это привезенные товары откуда-то из Сирии или Византии, то это свидетельствует об их тонком вкусе. То есть эти люди умели ценить искусство, умели ценить красоту. Были возвышенными, развитыми людьми для своего времени. Это нас ко многому обязывает хранить их память. Весь мир гордится своей историей. Египет пирамидами, Турция своими остатками поселений в Каппадокии, в Галатии. Все возят туда туристов, показывают, чтобы весь мир знал о величиях культуры. Мы знаем там Акрополь, Греция и так далее. А что мы можем показать? Мы можем показать в том числе и этот могильник, обратите внимание, катакомбные тут поселения, остатки этот могил. Тут недалеко остатки поселения, там и здесь тоже есть, и там выше. И это не единственный могильник, таких много, особенно в Буйнакском районе. Здесь природа очень подходящая для этого поселения была, поэтому они вот в таких интересных местах не строили свои поселения, люди жили здесь веками. Это надо сохранить для наших потомков. Думаю, здесь пройдут археологические раскопки, и они многое что расскажут о прошлом людей, которые здесь жили. Я хочу обратиться к нашим дагестанским ученым, чтобы обратили на это внимание. Сегодня здесь был историк Субитрисов. Кадыр Али Шаушев сегодня здесь. Короче говоря, я вас всех приглашаю, вот еще других историков, ученых, вот кто что может сказать об этом вот нашем поселении. Приходите, мы вас ждем. Открывайте, пишите диссертации там. Мы вам покажем монографии, печатайте. Вот, пожалуйста, пока это не исчезло. Это музей под открытым небом. Она может завтра исчезнуть, его может и не быть. Вот я призываю, вот приглашаю, кто может, как может. Вот, может, обратите внимание, когда вот это все увидите. Структуры обратят внимание, законные структуры какие-то там, такие вещи там. Мы не знаем, как обратиться, куда обратиться, потому что у нашей республики нету такой организации, которая вот защищает вот это. Если это защищалось бы, оно бы давно было бы закрыто, это все.